you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Relax Replay на моем сервере. Давно вы ждали, наверное, это видео, потому что по релаксу моему серверу вообще видосов не было. Сейчас расскажу, почему не было видосов и что с сервером и так далее. Сервер как бы работает, но онлайна нету. Ну, онлайн нету, люди уже не играют, либо из-за того, что я здесь не играю. Так, давайте пусть прогрузится. Что-то у меня текстуры хреново прогружаться начали. Либо из-за того, что я здесь не играю, люди перестали играть. Либо обновы из-за того, что не делаются, как бы. Что могу вам сказать? То, что делается новый мод, да. Артемка делает новый мод. Зачем так текстуры хреново прогружаются? Вот у меня вопрос. Я думал, по голосу стоит. Но не тут-то было. Рублевка. Ну, короче, делается новый мод. Видосов не было из-за того, что, блин, я не знал, что снимать, серьезно. Я не знал, что снимать, потому что не было онлайна, я хотел поснимать какие-то, может, мероприятия. Да и у меня времени не было на выходных, у меня вообще не было времени, чтобы снимать что-то вообще, что-то думать и так далее. Я рад тому, что хотя бы сервер уже почти работает месяц, для меня это уже успех. Да, онлайна нету, но, блин, я могу в любой момент зайти сам поиграть на своем сервере, как бы могу поделать все, что угодно. Это на самом деле прикольно, я думаю. Поэтому я, в принципе, не расстроен сильно. Да, конечно, лайна нету, но думаю, после того, как сделаем глобальное обновление, то, возможно, вернется все. Либо буду как-то деньги где-то брать, копить, чтобы заказать какую-то рекламу, чтобы пропиарить проект. Потому что с момента открытия сервера, с последнего момента открытия сервера, никто ни разу не задонатил. Ну, лично мне, не знаю, как Артему, Артему вроде кто-то там донатил, но мне вообще никто ни рубля не задонатил, поэтому, как бы, денег нету. Даже пока что нету денег, чтобы хост оплатить, но, в принципе, там еще 10 дней, найдем деньги, хотя, стоп, у меня вроде там есть 100 рублей, надо еще там, ну, короче, я разберусь, это не ваши проблемы, как бы, с этим я разберусь, сервер будет работать, сервер будет жить, как бы. А вы можете заходить. Насчет вайпа, не вайпа, не знаю на самом деле. Может будет вайп, может нет. Кому там что-то не вернул, возможно, то в принципе пишите в комментариях. Ой, в комментариях в ВК. Либо когда буду на серии, я вам все верну. Только по скрины, если что. Потом я уже 100 раз всем все возвращал. Уже забыл, сбился и так далее. Поэтому, может, кого-то забыл. Может, кого-то забыл, но проект я не запрашивал ни в коем случае. Просто не было времени, не было идей для съемок. Ну, Артем сейчас делает глобальное обновление. Возможно, я сейчас ставлю скрины. Не знаю, вставил я или нет. Если не забыл, если я их не потерял, там, скидывал мне Артемка скрины, то посмотрим. Посмотрим. Будет все делаться, все будет дорабатываться, так что ждите глобальное обновление до конца месяца, постараемся сделать это 100%. Но пока что этот сервер будет открыт, как бы, ну, можете играть на этом моде. Насчет вайпа, не знаю, постараемся не делать вайп. Если даже будем делать вайп, то вы просто продадите свои дома и все, и базу данных мы перенесем на новый мод. Я думаю, так сделать на самом деле, чтобы не удалять базу данных. Я думаю, это было бы намного лучше. А то вайпы уже на самом деле надоели. Кто донатил, тем, конечно же, все вернется, если даже вайп будет. Но пока что вайпа на этом сервере не было. Вроде бы как. Заходите играть, и вообще онлайн упал конкретно, причем. Буду постараться стримить, почаще здесь серии выпускать. Что-то буду снимать, что-то придумывать. Так что поддержите лайками. И если вы хотите, чтобы я вам показал новый мод, который будет в скором времени, то давайте наберем 100 лайков, и я сниму видосик. Я сниму видосик обязательно. Давайте 100 лайков, и я снимаю видосик.
по глобальному обновлению. Но скажу вам честно, я видел, это будет очень круто на самом деле. Это будет просто шедеврально. Так что ждите, в принципе, играйте, не покидайте нас. Не, мы не сдаемся. Я, честно говоря, не опускаю руки. Как бы я проект не собираюсь закрывать. Даже мысли об этом не было. Все в любом случае будут жить. В любом случае просто будет сервак жить. Поэтому заходите, играйте. Буду с радостью вас ждать. Буду сам почаще играть, почаще снимать, почаще стримить. Стараться, по крайней мере. Потому что времени особо много нету, как бы. Уже скоро на работу мне пора будет. Я так думаю. Поэтому как-то так. Но думаю, я все вам разъяснил. Сильно не забросился. Все будет делаться, все делается. Работы идут. Просто пока что играйте на этом моде. Мод этот тоже неплохой. Как бы сами понимаете. Так что все как-то так. Я думаю, вам все объяснил, рассказал. На этом у меня все. Заходите на Сирайте, ждите новых серий, стримов. Все ссылочки есть в описании, IP, модпак, группа и так далее. Всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north.